Улицу Демьяна Бедного перепроектируют. Часть трассы пролегает по путепроводу, который открыли в сентябре. На строительство объекта было потрачено 715 миллионов рублей из федерального городского бюджета. По проекту вдоль проезжей части установили 917 метров шумозащитных экранов. В итоге теперь участок один из самых аварийных в городе. Практически каждый день здесь ДТП. Подробности у Тахмины Тынысовой. Этот оживленный участок на улице Демьяна Бедного многие водители в шутку называют местом для зарядки. Чтобы выехать направо или налево, приходится как никогда активно вертеть головой. Эти щиты защищают жителей частного сектора от шума машин, которые едут по путепроводу. Но проектировщики, позаботившись об удобстве одних, в прямом смысле слова поставили под удар других. Водители, которые выезжают с улицы Первого Чередова, часто даже не успевают увидеть автомобили, съезжающие с путепровода. Проскочить Т-образный перекресток удается не всем. Только за последние несколько дней здесь произошло 3 ДТП. Потому что не видно из-за забора. Очень аварийный. Отвратительный участок. Хотя бы светофор поставьте. Светофор может стать причиной пробок, а заторы здесь и так возникают. И не только в часы пик. Но в мэрии признают, ситуацию нужно менять. 19 мая состоятся электронные торги на новое проектирование 137 улиц, среди которых и Демьяна Бедного. Плюс 3 месяца на выполнение утвержденных работ. А значит, безопасным перекресток может стать только в конце лета. Чтобы не ждать и не продолжать рисковать жизнями омичей, в мэрии разрабатывают предварительные меры по снижению аварийности. Одно из предложений – установить дорожные зеркала. Но чиновники от такой идеи отказались. Нужно будет зеркало дорожное устанавливать где-то вот здесь, к примеру. Расстояние от водителя до этого зеркала очень большое, во-первых. А во-вторых, любой водитель, который смотрит в это зеркало, он понимает, что он из этого зеркала получает необъективную и недостаточную информацию о том, что творится от него слева. То есть водитель все равно будет сам смотреть туда налево. Среди возможных вариантов – полный демонтаж шумозащитных конструкций и установка ограждений, которые необходимы, чтобы предотвратить в случае столкновений выезд автомобиля на тротуар. Какому варианту отдадут предпочтение чиновники, станет известно в начале следующей недели. Тахмина Тынысова и Алексей Попов. Новости здесь, Омск.